Так. Где я? Так, йо, всем привет, с вами Гидот, с вами. Бегом сюда, чтобы мы могли взлететь. Да, понял, тут надо успеть прорываться. Грузовой отсек, кажется, корабль их заблокировал. У этих дверей есть аварийный механизм. Уинтер, вам необходимо их вовремя. Что сделать, надо выжить. Что сделать, сделать тут крайне проблематично. Если честно, в эту игру мне прикольно играть только за чужого. Давай, пыли. Сам умный думает, ага. Давайте, валите, валите всех. Комплект. Ай, вообще ни за что. Могу добраться до второго заряда. Как залить краны, расчисти путь. Чего? Почему они так метко-то бьют? Блин, не реквайшь. Я помню, в прошлый раз где-то здесь. О, ты шу. Все, я вспомнил, где меня убили. Поверь, тебе будет неприятно. Все, я же сказал, будет неприятно. А я не вру. То есть, если по мне попадает, меня скидывает, отлично. Давай же. Кстати, я посмотрел, видос получается недостаточно темный. Поэтому может чуть убавить, а то мне тут это, да. Изображение глаза вообще выжигает. А где оно? Вот яркость. Вот так вот даже можно сделать. А, все, я уже использовал, отлично, иди дальше. Ты можешь убить его. И его, если не сложно. Капец. А чем это за задание? Так, убить 20 противников по стенам ползущих. Офигеть. Как я это сделаю? Ох ты ж. Я даже пробежать не успел, меня жахнули. Все поняла, Уинтер. Пристегните ремни, мы сваливаем. Тут чужие, как бы. Мне надо в шлюпку, да, теперь? А где все? Почему я один бегаю? Почему пол не считается стеной? Это нечестно, он же как бы бегает по стене, просто она вертикальная. Кто здесь с кем воюет, что-то свои, на чужих, на меня, на них. Куда пуля прилетает, да шальная, скажите мне. Жесть. А как? Не, ну как? Да я... Как? Да ладно! Жесть какая. Сэр, никак не можем открыть двери. Вот это страдание. Корабль их заблокировал. У этих дверей есть аварийный механизм. Уинтер, вам необходимо его... Ай-ай-ай-ай. То попадает, то не попадает, то прилетает куча патронов, то не прилетает, вы же определитесь. Че, надо просто аккуратно бегаешь? Ну как аккуратно? Максимально сколько ты можешь.
тебя все равно берут и убивают. Ни за что. Ай-ай. Тебе надо было вылазить, а? Они так прикольно вылетают. Так, ладно. Не могу добраться до второго заряда. Так залей с краны, расчисти путь! Они даже появляться не успели. Ты чё, мало что ли? Чувак, с тебя броника должна была выпасть, я же видел. Давай, 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 всё. Офигеть, прилетело. Причем откуда прилетает, я не понимаю. А вот ты где-то снизу один, чувак. Вот этот. И они еще и не кончаются. Отте. Отте. Ухо-хо, прилетело. Ну да, отлично. Вот у нее только попадания гранат не хватало. А, здесь лестница была. Я мог не обходить. Вот это поворот. Давай, что ты творишь? Кто где фигачит? Тебя не было раньше, алло. Включил размыкающие. А, это не лестница. Все поняла, Уинтер. Пристегните ремни, мы сваливаем. Да как тут свалишь? А, стрельбу можно было. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Блин, серьезно, ну что за... Не, вы издеваетесь. Самое обидное, что контрольная точка находится неизвестно где. Имеется в виду, что точка находится в самом... Что ни на есть клоаке. Сэр, никак не можем открыть двери грузового отсека. Кажется, корабль их заблокировал. Фига ли вы так бьете-то? Не, игра придумана для страданий. Так. Мне так нравится, как он умирает. Добраться до второго заряда. Так залить краны, расчистить путь. Жесть. Да вы издеваетесь. Причем даже за дробаша его убить не смог. Ладно, вперед. Бегом сюда, чтобы мы могли взлететь. Сэр, никак не можем открыть двери грузового отсека. Кажется, корабль их заблокировал. У этих дверей есть аварийный механизм. Нам необходимо его активировать. Кажется, и смотрите. Почему они так хорошо фигачат-то, а? И почему меня? У них что, других солдат нет, что ли? Не убирать так быстро. Нет, могли, смотри-ка. Да пусти меня, пусти, пусти, давай. Блин. Не могу добраться до второго заряда. Так залить краны, расчисти путь!
как так-то? Нужны огненные, его только огненные берут. Хитит мне, он броню расфигачил. Горит, парень. Давай. Отлично. Но более-менее. Самое обидное, что они бесконечны, я ничего им сделать не могу, по факту. Ай-яй-яй-яй. Я броня, я только ее собрал, серьезно. Как они так фигачат метко? Сейчас что здесь у меня кто-нибудь фигачит, да, будет? Давай. Уходим. Силы смыкающие! Все поняла, Уинтер, пристегните ремни, мы сваливаем! Ну, конечно, хорошо, что сваливаете, но вы меня прикрыли как-нибудь. Пошли. Нет. О, господи, да. Срываю заряды! Я никогда так не радовался. Вы просто не видите это, я прям радуюсь. Прям тащусь. Конечно, страданий здесь много. Господи Иисусе! Вытащи нас! А ну-ка, заткнулись! Нас выкинул на планету, отлично. Второй двигатель вышел из строя, и под нами мокро. Сос! Рейдер 6-5 падает. Повторяю, Рейдер 6-5 падает. Отъеба. Чего ты так на меня смотришь? Скажу. Сказать мне что? Про что? Ты проснулась с ксеноморфом на лице? Я же сказала, эта штука была мертва. Со мной все в порядке. Существо было как бы костяное, белого цвета. Почти паук, но с хвостом. Да, у меня горло побаливает, но у меня все в норме, честно. Элла, ты скоро умрешь. Откуда ты знаешь? Так и было с Кинзом. Сколько? Часы. Может, ты. Мерзость. Пошли. Тут неподалеку есть колония. Надежда Хадли. Или что там от нее осталось? Наши коротковолновые передатчики здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Так что же случилось? Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в 40-х. Не очень-то обнадеживающе. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с Вэй? Да не особо. Колониальная морская тихота. Так. Че? Разнеси в клочья противника за один эпизод. Да вы издеваетесь. Этот предмет мне нафиг не нужен. Но это тоже нафиг не нужно. Вот это мой импульсный автомат, который я накачиваю, да, на глушак, мне ни о чем вообще. Хотя, возможно, тут будет, по-моему, место, где будут какие-то чужие, и глушак мне прям понадобится. Но давайте для этих этапов я возьму так служебный пистолет и вот дам ему глушак. Штата вступила в войну с Вейланд Юрой. На всякий случай. А вид милый здесь.
Нравится мне этот автомат. Ну, это, конечно, прикольный, но вот этот лучше. Планета не самая приветливая. Куда идем? Окей, пошли. Вау. Игра дает здесь убийц, ничего себе. Ну куда двигай? Да? Чуваки, ну блин, куда бежать-то? Надежда Хадли. Вообще я помню, как чужой. Да. Вообще я помню, как чужой начинался. На вот таких машинах ездили. Случайно дальнобойщик нашел. Тему. Сэр, что вам известно о морпехах, отправленных сюда 17 недель назад? То же, что и всем. Сюда Лич. Отправились два отряда морской пехоты с консультантом офицером Рипли. Выжили только Рипли, морпех Хикс и какая-то девочка. Они улетели с планеты на Сулака. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда? Зачем им это? Чушь. Да уж, это точно. Так что будь начеку, Рид. Капец, конечно. Это, по-моему, как раз и первая часть, да? Парни, встречает. Вы это слышали? Даже знать не хочу, что это было. А, узнаешь. Может, Надежда Хадли выглядит не очень, но только она может. Попробуем связаться с центром управления. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов. Или то, что от них осталось. Ладно. Все за мной? На радаре что-то появилось. Ну ладно, туда не идем, все просто. Черт, ладно. Я же знаю, что ты там сидишь. Значит, твой датчик движения засек чье-то пропавшее одеяло. Господи, да научись уже отсеивать ложные цели. Да ладно. В смысле, он еще такое поймать может? Давай офигели. Так я вообще-то его тоже видел. Там явно чужой катался на этих лопастях, сто пудов. А, это маленькая фигня, которая... Лицехват. Надо привести это в рабочее состояние. Бишоп, ну-ка глянь. Да, сэр. Положи чехол от спортгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать... Капец. Ща, по-моему, начнется... что-то. Так, все сюда. Мы с Бишопом останемся здесь и займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Хорошо. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики периметра. Понял меня? Понял. Так точно, сэр. Ого. Установить датчики периметра. Это же прям где-то здесь. Не понял, капитан назвал меня умником? Так да. Точно, умник. Разделаемся с датчиками побыстрее. Я хочу вернуться. Понимаю. Сам прикольно, что ты не умник. Но они защитят всех нас, а не только Беллу. Да, это датчик. Нормально так. Бишоп, это Уинтер. Первый датчик установлен. Прием. Вас понял. Осталось еще 4. Тут что-то есть.
Явно не просто так дырка. Тихо. Тихо. Еще надо периодически палить за этим, да? Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, Уинтер. Можете продолжать. А чем мне его автомат не дали? Я тоже хочу такой. Вообще, в первой части этот автомат морпехов очень круто выглядел. Какой-то на экзоскелете висит. И прям явно будет разрывать всем чужим лица. Ну или что у них там? Бишоп, можешь подключить третий датчик. Лица их лицехвата. Понял, связь с третьим датчиком установлена. Капец. Ну а что? Давайте все ночевать в жуткой лаборатории. Турели? Похоже, что кто-то дал здесь свой последний бой. Магазины пусты. Ни одного патрона. Да. И они просто ушли. Так, Бишоп. Похоже, четвертый датчик работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Блин, не успеваю одновременно смотреть на датчик. Я явно что-то пропускаю. Там хорошее оружие, что-нибудь. Оно же здесь всегда есть. Наверное. Штаб, мы подключили пятый датчик. Теперь у вас должен быть периметр. Если он работает, сообщите прием. Понял, Уинтер. Периметр неплох. Отлично. Бишоп, что происходит? Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец морги? Связи. Так мы же в морге. Ваша позиция под угрозой. Немедленно возвращайтесь в центр управления. Я прям не вижу, да? Вот это стрёмно начинать. Залезть на стену, ведь убить там надо. Чисто! Если у него чисто. Я тебя видел. Тараканье оружие. А, пошли вон все. Капец, они ползают. Где выход-то, господи? А. Чувак, где ты там своим автоматом? Давай, 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 давай. У нас нет вариантов. Фига себе, ты привел с собой кавалерию. Так, ты хоть знаешь, куда идти-то? Я потому что все уже. А черт. Вот чужих это надо. А, я тебя видел. Хотел мне убить, надо убить, убить. Отлично. Нет, он не сюда. Я с тебя пришел. Тарака, я рожа. Отлично, взял и выкинул в другую сторону пуль. А еще двоих надо. А патрон-то нету. Гаденыши, да? Уинтер, на твоей картинке я видел старую турель. Помнишь точно, где она стоит? Помню, сэр. Мы ее прихватим. В смысле? Кажется, одна была в центральном коридоре. В смысле? Я не пойду туда?
Надо запаять это обратно. Не могу, ладно. В смысле, мне теперь одному переть туда? Вы что, издеваетесь? Так. Возвращаемся. Я тебя прикрою. Черт, какой, давай, он не может бежать. Блин. Чувак, давай, 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 давай. Нам нужна турель, ее нужно будет куда-нибудь поставить, чтобы... Поставь турель рядом с боеприпасами. Да, точно. Я так и хотел. Фу, как же потненько-то. Я тебя вижу, ты таркан. Недоделанный. Вообще не самое умное место было. А хотя, как куда ни плюнь, все равно не умное, если кислота прожигает все. Вот, вот так вот. Ей-ей-ей-ей! Тебя бей! Да их тут... Жесть вообще! Что мы им сделаем-то? Собирайтесь! Когда мы подключили пищеблок, генератор отрубился. Связь с Рит и Беллой потеряна. Итак, нам необходимо отремонтировать радиовышку и связаться с нашими морпехами. В одиночку мы тут долго не протянем. Подавился! Он ведет прямо. О'Нил, Уинтер, возьмите с собой смартган. Найдите девчонок, двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Винтовка СНАР. Пусть она будет. И куда мне там выйти? Чё выйти? Куда? Смартган? Что это? Так точно, сэр. Уинтер, побежали. Оу, Это вот этот автомат, который... Теперь поговорим. Хо-хо-хо, я прям чувствую мощь. Патроны у меня кончаются 600. Ну ладно. 600 это не 700. И не 200. Но тоже неплохо. Ребята, вперед, вперед, у нас нет времени. Датчик светится как ёлка, готовьтесь к неприятностям. Фу-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че я выполнил? О, убить. В рукопашном бою за один. Вы с ума сошли? Рукопашный бой, вы че, серьезно? Они неадекватные. Конечно, классная пушка. Вид из нее отличный прям. Капец их тут, а. Вперед, 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 вперед. Это 2-1, в туннеле противник. Есть новости от Беллы или Рид? Прием. Я думаю, можно их считать списанными. Хотя одна из них заряжена. И, грубо говоря, убивать ее им нет смысла. Что иначе королева сделает? И
Убей в ближнем бою. Ага, это на какой сложности надо играть, чтобы в ближнем бою? Вы что, серьезно? Чужого в ближнем бою. Чужого в ближнем бою. Возьмите с собой смарт-гард. Идите, девчонок, двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Не, ну это игра, это, конечно, страдания. Чуть все, и это реально прям потеря-потерь. О, зажигательные снаряды. Это хорошо. Что здесь? Шоковые заряды? Либо. Огнемет, осколочная граната и дробовик. Нет, конечно, граната лучше. Огнемет какой-то. Не знаю, но... Хотя, вдруг он нужен будет? Помповое ружье. Я не знаю. Мне нравится своя винтовка, но я вот ее улучшить не могу. Вот не могу ничего с ней сделать. Импульсная винтовка нет. Давайте тактически возьмем. Черт. Ты же меня подставил, ты знаешь, да? Так точно, сэр. Винтер, побежали. Да я-то бегу, вы тут тормозите, тормозите по-жесткому. Он все подсвечивает, классно. Даже тупо прикидывая, сколько здесь патрон. Их нифига не хватает. Причем от слова совсем. Они прям тупо ползут и ползут. Давай, я готов вас вместить опять. Слышь, таракан, слез. Не, ну звуки прям как в фильме. Нет, не нравится. Они еще и дохлыми притворяются? Да ладно. Интересно, если бы я шел убить 10 стенов, выстрелили в голову? Мне кажется, в ближнем бою тут вообще нереал что-либо сделать. О, этих вообще нету, и ждать полгода надо будет. Это 2-1. В туннеле противник. Есть новости от Беллы или Ри? Идем. Ну как? Черт, они мертвы. Меня кто-нибудь слышит? Получи. Ах, ты откуда взялся? Вот это было неожиданно. Фига себе. Просто сдохните, а? Вы когда кончитесь? Походу, мне, чтобы пройти это место, надо ходить с этими со своими дебилами. Ты нашел как-то меняться. Ты где? Я не хочу. Где выход, господи? А, жетон нашел. Здесь обитает что-то очень опасное. Да ладно. Оружие к бою. Но стрелять только в крайнем случае. Внимание! Я стреляю во всех случаях. Я не могу выход найти.
мне туда. Так, главное держать оборону, и все будет хорошо, да? Слушай, таракан, ты где? Я же тебя вижу. О, ты прибежал, наконец. Меня что-то не убили тут. Чувак, нам сюда. Не, ну сражаться с ним в ближнем это вообще маразм. Теперь я всех убить должен, ты чё? Ха! Зачищено! Уинтер, О'Нил, слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик, слышите? Как сложно. Мы точно слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Не, ну игра адская, честно. Ну и? Ты его, конечно, понял, что делать-то? Что за ужасная игра? Она напрягает? Может, и не кажется, но она реально напрягает. Я прям переживаю. О, пистолет новый. А нафига мне только он? Верни мой этот с глушаком. Все. Так, что я теперь могу улучшить? Пистолет. Да, бесполезный. Обойму. Пусть разбросы меньше будут, конечно. Почему меткость меньше с ним? Это же прицел прям. Ладно. Открываю. Фонарик. Что за... Что это было? Ох, ёбал, я же офигел. Ох, серьезно. Да. Игра прям умеет пугать, ничего не скажешь. А, вот это тот момент, где надо стелсить. Стелсить с чужими, вы офигели? Слэш, выпусти меня. Фига себе, мутант. Давай. А. Давай! Теперь я спастись. Знаю, меня кто-нибудь слышит? Это Винтер. У меня проблемы, я не знаю, где я. Ты живой, нет? Ну давай же, тупая рация. Уинтер, черт тебя дери. Я думал, все, тебе крышка. Как ты выжил? Сам в шоке. Я сам только что расстрелял последние патроны по этим гадам. Я в туннелях был, тебя искал. Что делать будем? Я оставил свой маяк в лифте. Иди к нему, встретимся там. Давай, ищи выход, брат. Не, ну конечно жесть. Ну, этот жесть будет в следующий раз. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.